Светлые вести на радио Гамаёк. Под воздействием вибрации гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности 16 марта, ровно в полдень. Встречаемся в белых облаках. Москва. Улица Покровка, дом 4. Светлые вести на радио Гамаёк.